Кировском округе полицейские в течение часа уговаривали наркомана открыть дверь в квартиру, в которой он закрылся с двумя маленькими детьми. Сотрудников вызвала мать дебошира. Сын избил пожилую женщину и вытолкал за пределы жилья. В квартире остались девочки 1 и 2 лет. В наркотическом опьянении 3 дня его дома не было. Сегодня... У него уже было такое. Ранее 35-летний дебошир неоднократно был судим за кражи, грабежи и разбойные нападения. Находиться в закрытом помещении с отцом-наркоманом для детей было смертельно опасно. Около часа полицейские вели переговоры с мужчиной, в результате убедили его отказаться от возможных противоправных действий. В отношении гражданина участковому уполномоченному полиции составлен административный протокол за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Да у нас постоянно этот семейный конфликт, как бы, ну, семейный вопрос, у меня дети, как бы, мне жить негде, я приехал домой жить. Все, они меня с сестрой выселили оттуда, то есть выгоняют, приставы уже приходили. Ну, вот на этой почве, как бы, семейного конфликта произошел. После того, как задержанный протрезвел за невыполнение обязанностей при административном надзоре, суд назначил дебоширу 90 часов обязательных работ. Его гражданскую супругу вместе с детьми направили в социальный центр.